Hello, everyone. I'm Charl Patton. I'm a former co-chair of the International Pollution Elimination Network and currently director of the Commonweal Biomonitoring Resource Center. I'm your facilitator today. I'm really excited about this webinar. Welcome to this webinar, Revealing Chemicals and Food Contact Materials, Health Threats and Global Policy Opportunities. Before we proceed, let me just add a couple of things. This webinar is being recorded and the recording will be made public on the IPEN's YouTube channel and the Commonweal Biomonitoring Resource Center website. Language interpretations are in Arabic, French, Russian, and Spanish. And you can click on the interpretation button down below for the language of your choice. So look down below the screen and select your language. There's going to be a question and answer session towards the end of this webinar following all the presentations. So please type your questions at any time using the Q&A button below on the bottom of the screen and we'll get to your questions. И мы ответим на ваши вопросы по возможности. Так, значит, использование химических элементов, токсичных химикатов и так далее. Как раз мы будем обсуждать определенные вопросы, касающиеся вред, упаковка, пищевые материалы, пластик, вредные химические элементы, химикаты, пищевые материалы, пищевые химикаты и каким образом нужно убрать источники химикатов, которые попадают и которые являются частью пищевых материалов, пищевых химикатов. У нас первый наш выступающий в области упаковочных материалов – это Джастин Буши, который является операционным директором в Швейцарии форума пищевой упаковки пищевых материалов, который является исследователем в этой области. Большое количество токсичных химикатов, которые присутствуют в этой области, особенно в области пластика, которым занимается. Потом будет Джоди Флосс, который является профессором компаративных бионаук, который работает в США, в университете. Он будет обсуждать, почему нас должны волновать пищевые материалы, пищевые химикаты и так далее. Как мы знаем, что они разрушают эндокринную систему, что вредно очень для здоровья. Наш последний выступающий – Давид Абусантей, который является главным политическим, которая работает фактически в области технического и других видов консультаций, IPEN. Он будет нам рассказывать все особенности химических элементов, пищевых материалов, химикатов, кожных материалов. Мы увидим его презентацию. Добрый день, вы меня хорошо слышите? Да, хорошо слышим. Так, большое спасибо за приятные слова, за то, что вы пригласили меня и моих коллег. Хочу поделиться с вами результатами последнего исследования. Очень интересное исследование. Я думаю, мы все согласаем, что упаковочные материалы должны быть устойчивы и безопасны. Но для того, чтобы они были действительно упаковочные материалы безопасны, нужно, чтобы, конечно, был принципиальный состав химических элементов, с которых делается упаковочный материал. Если мы говорим о пищевых материалах, пищевых и пищевых элементах. Мы в 2020 году создали базу данных по пищевым материалам, пищевым химикатам, которые определяют более 12 тысяч различных химикатов, которые потенциально используются во всем мире в производстве с пищевыми материалами. И это те химикаты, которые известны, которые их добавляют в пищевые материалы. Но одновременно больше, чем 12 тысяч, которые существуют, и несознательно добавляют материалы. Это дополнительные материалы, которые являются неочищенными, которые являются дополнительными включениями, которыми очень опасны и которые автоматически добавляют. Люди об этом не знают. Очень важно отслеживать, когда мы создаем пищевые материалы, отслеживать цепочку поставок. Я и Линдзи будем говорить как раз об этом. Особенно хотим поделиться результатами. Очень интересное исследование, базы данных, которые мы сейчас опубликовали, то есть те материалы, которые могут быть и нельзя, которые использовать в процессе производства пищевых материалов. Конечно, очень интересные вопросы. Различные химикаты, многие из них, они могут переходить от упаковки в пищу, которую мы едим, которая содержится в пищевых материалах, в пищевых контейнерах. Называется это химической миграцией.
Но пока еще не было систематической оценки базы данных, какие химикаты, которые находятся в контакте с пищевыми материалами и которые попадают из упаковки в пищу. Этой информации не было. Поэтому как можно решить? То есть первым мы создали систематические базы данных, все химикаты были оценены технически для того, чтобы посмотреть, какие из них мигрируют, какие переходят на пищу, которая не находится. Вот видите, самые различные публикации, это публикация, которую мы недавно публиковали, но самое интересное для многих из нас, это то, что мы опубликовали интерактивный инструмент, подготовили его, который оценивает, рассказывает о все данные, которые дают базу всем химикатам, которые существуют, которые содержатся в пищевых материалах, пищевых химикатов, которые могут мигрировать в пищу по всем различным организациям. Самое интересное наблюдение нашего исследования – только 1/3 часть химикатов, которые мы определили в опубликованных изданиях, они были известны, что они использовались в пищевых материалах, которые находятся в контакте с пищей. Только 30, это значит, что более 1300 материалов, которые фактически мы не знали, что они находятся, которые могут являться опасными, которые надо добавлять в базу данных, а которые не были добавлены в базу данных, которые являются опасными пищевыми материалами. Никто не знал, что они сознательно были использованы в соответствии с базой данных, которые у нас есть, как вы иллюстрируете, которые более большой вот этот круг, которые являются опасными, о которых никто не знал. И поэтому есть много новых и дополнительных химикатов, которые мы не знали, что они есть, и которые являются опасными. Более того, теперь новую базу данных пищевых химикатов, которую мы создаем. Сейчас хотим передать информацию, которую будет дальше рассказывать мой коллега, который как раз вел развитие этого исследования. И я хочу передать ему слово. База данных пищевых химикатов, которые находятся в пищевых материалах. Большое спасибо за то, что вы рассказали об основах этого проекта пищевых химикатов. Хочу подчеркнуть ключевые цифры вам дать в отношении нашей базы данных. Эта база данных содержит больше 22 тысяч так называемых, которые существуют в нашей базе данных, которые фактически создают основу нашей базы данных. И фактически это все содержит в себе все необходимые результаты исследования по всем химикатам, которые мы видим, включает более 1200 различных химикатов, которые фактически переходят из контейнеров в пищу, в которых они храняются. Вся эта информация была получена на основе более 1200 различных научных исследований, которые фактически проходило в течение с 1976 по 2021 год. И мы создали свободный интерактивный инструмент, который может интерактивно работать с заинтересованным лицом, который его использует. Сейчас я хочу рассказать вам три коротких исследования. Это фталаты, бисфенолы и тунувин, ультрафиолет 328, которые находятся в наших исследованиях. Это примеры как раз по постоянным вопросам, которые все время пытаются получить ответ, и на них можно получить ответ, используя наш интерактивный инструмент базы данных. То есть это пластиковые полимеры, такие как поливинилхлорид, покрытие, бумага, самые различные краски для производства красок, картина, поликарбоната. И мы находим там самых различных материалов, пищевые добавки, силиконовые различные элементы. Потом УВ-328 использует также различные материалы, пищевых материалов, которые используются также во многих видах пластика и добавляется к ним. На основе всей этой информации, которая сейчас фактически можно найти, все это наши инструментальные панели, нашего инструмента, интерактивного инструмента для работы с этой базой данных этих пищевых химических материалов, химикатов. Если мы посмотрим на базу данных, вы видите, что то фталаты, бисфенолы, тинувин 328. Мы видим следующие цифры, то есть 51 различных химикатов,
который и более 30 различных бисфенолов. И также фталаты, 51 химикат, который находится в контакте с пищей. Бисфенол, 30 контактов с посудой. И тиновил 328-1. И чем выше эта цифра, чтобы можно легче объяснить, то больше экспериментов было произведено по этим химикатам, и более часто мы их находим в пищевых материалах. Также есть ссылочная информация, марки в основании того, где мы получаем информацию. То есть эти цифры связаны непосредственно с частотностью обнаружения этих материалов и работы с ними. Как видим, различные фталаты, бисфенолы, и также одновременно у нас очень ограниченное количество информации по ультрафиолету 328. Давайте посмотрим на эти 10 фталатов, по которым самое большое количество информации в базе данных у нас находится по ним. Неудивительно, что 10 главных фталатов – это все автофилаты. То мы видим, что эти цифры, наши исследования, они все были исследованы сотни раз в различных исследованиях. Существует также более конкретная информация в нашей базе данных, если нужно получить дополнительную информацию по этим фталатам. Вот видите, какое количество у нас вводной информации есть, по которой было доказано, что эти химикаты присутствуют в пищевых материалах, пищевых химикатов. Видите количество ссылок, 86, 75, 31. И мы видим, когда мы используем фильтры, когда мы пытаемся отделить основные фталаты от тех, которые непосредственно переходят в продукты питания. Когда ссылочная информация, если посмотрим на ссылку, и мы видим, что дебутил фталаты, вот такая цифра, видите, самые различные виды информации, общее количество публикаций по присутствию фталатов в материалах, пищевых материалов, пищевых контейнерах, в которых содержится продукты. И мы видим здесь вот это синий, это присутствие, желтый легкость, это неопределенность. Это очень интересно, потому что очень много есть правил, также добровольных инициатив, управляющихся компаниями, которые пытаются сократить количество фталатов в пищевых продуктах, тем не менее они находятся в пищевых материалах, несмотря на возможные и попытки ограничить их присутствие. Если хотите понять всю информацию по всем этим материалам, вы можете всегда посмотреть на наш ленд, экспериментальные методы, которые мы применяли, измерены, какое количество фталатов, других химикатов находится в пищевых материалах. Следующее, Вернеса, там было 30 различных химикатов, мы видели второй слайд, в которых находился бисфенол. Вот и теперь 5 самых больших бисфенолов, что BPA, это, конечно, самое большое количество входной информации по ним, который это потом также BPF, BPS, это заменители BPA, которые также очень часто отражены в нашей базе данных, 64-63 раза соответствующим образом. И последний химикат, который является составным элементом для покрытия материалов и который является непосредственно полимером для покрытия пластика. Также, видите, также бисфенол голубой, это там, где был найден бисфенол, а желтая часть показывает, что он был определен, но не нашел, не найден. И также мы видим всю частотность по всем химикатам, которые мы видим в нашей базе данных, видим, что больше чем 70% BPA мы всегда находим. Вот это разброс информации и гарантированность информации, что мы находим BPA, BAGE находим, BPF находим, BPS находим, субституты BPF, BPS, BPF, которые являются субститутами BPA и BAGE. Мы не знаем пока, почему эти цифры более оптимистичные. Скорее всего, количество, скорее всего, меньше вероятность гидролиза, поэтому, скорее всего, вот эти материалы, которые являются субститутами, имеют меньше вероятность перехода в пищу. Но также, вот тем не менее, мы видим вот такие данные. И последние цифры по BPA и BAGE. Мы видим, как часто химикаты находятся в пищевых материалах, которые находятся в контакте с пищей. Тут мы пока еще мало что знаем.
У нас есть информация по пяти самых главных пищевых материалов. Главных – это бифенолы, в керамике чуть меньше. Чуть меньше информации у нас по присутствию этих материалов, по бумаге и по другим материалам, потом различным материалам, по металлу, по стеклу, по керамике. Тут у нас меньше информации. И также по металлам мы, так сказать, редко это измеряем, потому что там всегда они покрываются дополнительным материалом. И последний пример – это этиновин, ультрафиолет 328. Это фактически кандидат для Стокгольмской конвенции, потому что он очень быстро аккумулирует токсические свойства, и он действительно будет фигурировать из-за своей устойчивости и перзистентности в Стокгольмской конвенции. Это группа химикатов. 17 баз данных у нас, входной информации по базе данных, и также 8 ссылок на исследования, которые были проводились последние 9 лет. И также мы видим, что ультрафиолет 328 из Китая было исследование проведено. Также и в других частях мира мы не знаем, насколько серьезно проводили подобные исследования, так как есть глобальный рынок по пищевым материалам, из которых делается упаковка, и поэтому информацию нужно получать из других частей мира, также в отношении их вреда в отношении упаковочных материалов. Хочу передать слово Линси, моей коллеге, который также расскажет, каким образом можно получать информацию о химикатах, о тех химикатах, которых вы заинтересованы, и как эту информацию получить в нашем новой разработке. Спасибо. Так, всем здравствуйте. Так, как это все работает? Так. Сюда надо нажать, скорее всего. Так, это слайды меняются, да? О, все, работает. Так, давайте. Все очень просто. Итак, спасибо большое. Я думаю, здесь очень многое нужно узнать здесь, используя вот это FCC MyJAX Database, то есть это база данных по пищевым материалам, какие химикаты, которые были исследованы, какие не исследованы, какие из них мигрируют в пищу, которые не переходят в пищу и так далее. И раньше переходили они в пищу или нет. То есть короткий, так сказать, тур, каким образом мы используем наш механизм. То есть существует вот QR-код находится справа сверху. То есть вы можете выходить на наш инструмент, можно его, так сказать, получить на собственном компьютере, и можно вообще на веб-страничке найти ее. И вы, получается, также вы приходите, потом переходите с инструментальной панели, непосредственно потом пользователь может уже использовать три различных вида презентации. То есть первый вид презентации – это слева. Он включает в себя все химикаты, все материалы в базе данных. Они там все. Вторая кнопка в серединке у нас страница, это только информация по плану. И третья, очень важная, это кнопка справа. Тут все ссылочные информации, все бенчмарки, вся связанная информация. Сейчас очень быстренько посмотрим на каждую страничку. Это общий обзор полной базы данных. Здесь можно найти какую-то конкретную по имени химикат можно найти. Потом можно по номеру CAS. Или можно посмотреть, какой группе материалов вы заинтересованы. И она фильтрует вам всю информацию непосредственно по виду материалов, пищевого материала, и выбирает его по материалу, с которого делается упаковка. Потом на списке все химикаты, а внизу пишется, были там вредные добавки, не найдены были, насколько они были, потом многоразовое использование, интерактивное или одноразовое продукт, одноразовая упаковка, все там также прописывается, это single use или multi use. И потом вы видите ту же самую картинку, которая показывает информацию по всем химикатам, которые мигрируют в пищу или не мигрируют, переходят в пищу или не переходят. Средняя кнопка – это по пластикам, которые мы только вчера опубликовали. Содержит все те же самые картинки. Но здесь
Но тут разбивается все по всем видам пластика, она группируется по видам пластика. Самые различные виды пластика здесь видны. Фактически 2000 химикатов, которые были определены, найдены, и считается, что они фактически переходят в пищу. И потом третий тип пластика – это полиэтилен, полипропилен, и потом многоуровневый пластик. Это типы пластиков, которые были чаще всего у нас исследованы. Эти три типа. И потом самое важное, мы хотели убедиться, что у каждого есть доступ к той информации, на основе которой мы проводили все эти исследования, где найти источник исследований, на основе которого мы готовили наш инструмент. Там можно получить более расширенную информацию по всем исследованиям, и можно найти через все фильтры более глубокую информацию по каждому из элементов, о которых я вам рассказал. Так, и потом можно использовать эту информацию. У нас новая есть инструментальная панель, новый дашборд есть. То есть это идет такой сабсет всей базы данных, который включает информацию только от тех химикатов, которые являются в списке ОСР, ОБСЕ. И мы видим, значит, все эти базы данных, которые делаются, которые разбиваются на самые различные виды пищевых материалов, пищевых химикатов, которые используются, покрытия, краски, клеящие материалы, смолы и ламинаты. И поэтому и когда мы говорим, вот мы помогаем этому исследованию, и невозможно было бы сделать очень много людей, которые в течение многих лет помогали нам создать это исследование, иначе ничего не получилось. Они отдали и свою душу, и свои деньги для того, чтобы создать эту базу данных. И мы хотим, так сказать, большое хотел бы благодарить их за их вклад, особенно от лица форума по упаковке продуктов питания. И передаем следующим выступающим. Спасибо. Большое спасибо. Передаю Шерил. Да, действительно, вот этот механизм, этот инструмент, это прекрасное программное обеспечение, которое дает возможность использовать и разбираться как в пищевых материалах, так и также в контактных пищевых химикатах. То есть это прекрасный инструмент, который действительно очень поможет, особенно по пластику. Это хорошо сделан инструмент. Поздравления, что так удачно вы его создали. Так, следующий, пожалуйста. Следующий выступающий. Мы готовы слушать вашу презентацию. Подготовьте ваши слайды. Мы вас слушаем. Доброе утро, добрый день или добрый вечер, в зависимости, где вы находитесь в этом мире. Вы видите мои слайды хорошо? Хорошо меня слышите, да. Большое спасибо. Мне попросили поговорить о новых материалах, новом справочнике по пластикам, здоровью и также химикаты, которые нарушают эндокринную систему и пластик. И многие из них являются пищевыми материалами, находятся в контакте с пищей. Годы исследований были проведены, много исследований было проведено, и мы подвели таким образом, эти химикаты из этих пластиков могут влиять отрицательно на здоровье человека. Исследование было проведено. Хочу начать подчеркнуть следующее, что каждый год мы наблюдаем, мы используем 5 миллионов метрических тонн в год пластика, остаточного пластика, и производим 270 миллионов тонн в год нового пластика и 5 миллионов остаточного пластика. Получается 275 миллионов тонн пластика каждый год используется во всем мире. 275 миллионов тонн. И, к сожалению, только небольшая пропорция, только 10 миллионов тонн в год перерабатывается. Наибольшее количество пластика, более 20 миллионов тонн в год сжигается. 32 миллиона тонн в год отправляется на свалку. И последнее исследование, которое было проведено в Организации экономического сотрудничества и развития OECD, оценивает, что 22% пластика
фактически от нее, ее не перерабатывают должным образом. То есть неизвестно, что с ним происходит. 20 миллионов тонн попадает в океаны, и 270 миллионов тонн в год пластика попадает на наши мусорные полигоны. Это колоссальная озабоченность, потому что мы теперь прекрасно знаем, у нас на многих исследованиях, что отходы загрязняют и воздух, и землю, и воду, и все что угодно. И мы считаем, что эта проблема, она становится все хуже и хуже, такой потенциал. Вот на этом графике вы видите с 50-го года, и рассматриваем вверх до 2050 года, мы видим продажи глобальных химикатов промышленностью химическим. Видите, как она растет на этом графике, видите. Было оценено, что продажи химикатов и производство пластика будет продолжать расти и расти. И мы сейчас только здесь находимся. А рост будет колоссальный, он прогнозируется. И вот это колоссальная озабоченность для нас всех. Мы из многих исследований знаем, что мы полагаемся на пластики. Это поражает наше здоровье. Это вредно. Мы знаем, что вредные химикаты используются во время производства пластика или как добавки в пластиковые продукты. И мы знаем, что многие химические в пластике, они уничтожают эндокринную систему, являются эндокринно разрушающими химикатами. Они переходят из пластика в продукты питания, в напитки. Они попадают, переходят, мигрируют. И вот эти вот химикаты, которые разрушают эндокринную систему, они могут блокировать, изменять, ломать гормоны человеческого организма. Еще одна озабоченность, которая у нас есть, что вот эти химикаты, разрушающие эндокринную систему, они угрожают здоровью всем видам населения, но особая озабоченность, особенно наиболее уязвимое население. Мы знаем, на многие исследования, которые нам показывают, что вот эти эндокринные разрушающие химикаты создают крупнейший риск по ключевым точкам жизни в жизни. Мама и ребенок во время беременности, маленькие дети – и дети, которые созревают в половом отношении, они особо уязвимы. И последние исследования говорят о том, что старшее население также является очень уязвимыми. И мы видим, еще одна проблема в том, что вот эти химические вещества, разрушающие эндокринную систему, они также влияют на многие поколения. И нужно сейчас рассматривать не только, какое есть воздействие на маму, на папу и на ребенка, но также, какое воздействие на бабушек, на дедушек, на прадедушек, прабабушек. Потому что мы знаем, это накапливается, мы знаем, что эти эндокринные химикаты, они влияют на генетические изменения и передаются через многие поколения. Мы знаем на основе многих исследований, что вот эти химикаты, разрушающие эндокринную систему, они связаны с репродуктивным нарушением, раком, диабетом, ожирением и, конечно, неврологические нарушения. Да, в особенности исследования написано, что вот эти эндокринно-разрушающие химикаты увеличиваются риск рака груди, генитальные дефекты, низкое количество сперматозоидов, простата, рак простаты, диабет, астма, рак яичек, атуизм, аутизм и так далее. И мы видим, что я хочу несколько минут потратить, рассказав вам о конкретных химикатах, которые в пластике находятся и производятся в результате пищевых материалов, в которые попадают эти химикаты. Из них делаются пищевые материалы. Бисфенол А очень часто называется BPA. Этот химикат находится в самых различных контейнерах, которые повторно используются, выстилку контейнеров, медицинское спортивное оборудование, искусственные зрачки, термическая бумага и, конечно, самые различные трубки. Последнее исследование от Международной организации по продуктам питания считается, что очень большое количество, то есть особенно полиэтилен, полифторитат, пластиковая бутылка, было найдено в большом количестве бисфенол А.
и он выше рекомендованного уровня, значительно более, более высокий уровень, чем можно иметь. Также мы говорим о BPA-замены. То есть это химикаты, которые заменяют BPA. И вот эти субституты BPA, производители, они используют химикаты, теперь то есть BPA, S-бисфенол, S-бисфенол, F и другие субституты, другие замены BPA. Вы видите другие химические формулы, но одновременно очень много общего между ими и BPA, который является основным. Это действительно озабоченность, потому что мы знаем на основе многих медицинских исследований, что BPA влияет на развитие мозга и поведения. Волнение, депрессия, гиперактивность, отсутствие внимания, поведенческие проблемы и так далее. А также BPA также влияет отрицательно на репродуктивное здоровье. Мы видим сниженную фертильность, риск также полицистического рака яичника, сексуальной дисфункции у мужчин и возникновение раковых образований. Также BPA также рассматривается как карциноген, он связан с увеличенным риском различных репродуктивных систем и раковых возникновений, рак груди, простаты, яичников и также эндометриальные раки. Еще один химикат, который присутствует в пищевых материалах, это, и он также является дисраптором эндокринной системы. Это фталаты. Это химические вещества, которые являются частью пластика для повышения гибкости, и чтобы они были не хрупкими. Они широко используются в поливинилхлоридных продуктах, в PVC-продуктах используются, это трубы, например. Это потом также забота о здоровье, потом они заполнители для лекарств и также для всяких добавок для диеты. Продукты питания, напитки, игрушки детей и также медицинские трубки, по которым пропускаются жидкости, которые попадают в тело человека. Также это влияет на здоровье человека, потому что мы знаем, что фталаты сокращают тестостерон и уровень эстрогена у мужчин, у детей, у женщин. Также уровень эстрогена и тестостерона критически важные регуляторы нормальной репродуктивной функции мужчин и женщин. Поэтому фталаты, они мешают нормальный уровень, не дают нормальному уровню гормонов появиться, сокращается уровень гормонов. Кроме всего, более того, что он нарушает репродуктивную систему, фталаты могут блокировать гормонные действия щитовидки. И также они приводят к гипотироидизму. Также они связаны с диабетом и ожирением. Кроме всего прочего, я хочу дать вам пример. Это стабилизатор ультрафиолета. Эти химикаты, они добавлены к продуктам, которые, чтобы радиация была не вредна. Они добавляются в это. Они, так сказать, там коррозия меньше, минимизирует затуманивание, и также не теряется цвет материалов, если добавляется, например, там рубашек и так далее, чтобы они не теряли цвет. Они используются в пластиках, в красках, в строительных материалах. Они попадают в воду, в окружающую среду, в воздух и так далее. Они мигрируют. То есть, как я уже говорила, в пластике мы видим очень много из пластиков используется в пищевых продуктах, в пищевых материалах, и также в строительных материалах и другие потребительские товары. Теперь одна из них, очень интересный химикат, это UV-328, ультрафиолет. Он является очень устойчивый. И, как уже правильно было сказано раньше, он скоро будет добавлен к Стокгольмской конвенции для обсуждения запрещения. Его измеряли как и в дикой природе, и на людей, особенно в человеческом молоке для питания детей. Также доказательство, что он фактически является антиандрогенным поведением в клетке. И также есть доказательство, что он нарушает работу антиэстрогенных рецепторов бета-активити в клетках. И фактически вот эта бета-активность антиэстрогенных рецепторов в клетках мы наблюдаем.
И это, конечно, меньше всего мы изучили это исследование, мы очень мало знаем, как он влияет на здоровье человека, однако мы знаем это доказательство, которое мы получаем на основе клеточных изучений, мы видим, что этот химикат, он является эндокринным дисраптором и может отрицательно влиять на человеческое здоровье. Хочу сказать следующее, когда перед тем, как я закончу. Почему эта информация важна? Самая главная причина, потому что мы уже знаем, что это эти эндокринные дисрупторы, они фактически они влияют отрицательно на жизнь человека именно сейчас. То инструкции, которые мы сейчас написали в эндокринном сообществе, вот эти инструкции, которые мы подготовили, мы видим, нужно действовать для того, чтобы сократить вред. Если мы будем продолжать больше и больше пластиков, которые содержат эти опасные химикаты, это мы увеличим воздействие на людей эндокринных дисрупторов, и возникнут проблемы значительно более широкого и глубокого характера. Как я сказал в самом начале, у нас нет устойчивого образа, каким образом решать проблемы пластиковых отходов, включая химические добавки. Нам действительно нужно предотвратить вот это воздействие этих химикатов на людей, особенно это пищевые материалы, контейнеры и так далее, которых мы знаем. Самое главное, что нужно, что должно произойти, я хочу сейчас подчеркнуть на этом графике, что вот это производство пластика растет. Особенно пластик, который содержит вот, особенно вот эти эндокринные дисрупторы, они только будут расти. И поэтому, если вы хотите защищать здоровье человека лучшим образом, вы должны остановить этот рост и найти решение, чтобы вот эти вот химикаты, нарушающие эндокринную систему, которая является частью пищевых материалов, нужно сокращать их присутствие. Также есть еще использование ископаемых топлив, и нужно их заменять. Также биопластик, также содержит химические добавки, которые связаны непосредственно с озабоченностью в отношении пищевой продуктовой безопасности. На национальном уровне что можно сделать? Правительства должны включать новую политику, которая минимизирует воздействие эндокринных дисрупторов для защиты здоровья человека, окружающую среду. На основе этих исследований и политик нам нужно запрещать использование некоторых из этих дисрупторов. Особенно тот пластик, который действительно широко используется в пищевых материалах, в пищевых контейнерах. И люди имеют право, какие химикаты используются. Поэтому необходимо требование по маркировке, прозрачности по химическому составу этих механизмов. Также требования по ответственности производителя. Ее надо увеличивать. И также другие решения, основанные на рынке, в отношении повышения налогов и другие финансовые механизмы, которые будут мотивироваться к использованию более безопасных химикатов в пищевых материалах. И компании должны уходить от своей зависимости от пластика, который содержит опасные вещества. На личном уровне самое главное, наверное, для всех, которые заинтересованы работать в этом направлении, нужно работать с людьми, которые принимают решения, локальные сообщества. А тем временем нужно фактически не покупать то, что является опасным, менять свои предпочтения в отношении товаров, которые покупать, какие нет. Использовать эту информацию, чтобы не использовать эти продукты, эти товары. То есть приносите свои собственные бутылки воды, берите контейнеры, которые возьмете с собой, унесете, помоете, повторно используете и так далее. Принесите свою вилку и так далее. И для того, чтобы не надо нагревать пластиковые контейнеры, не надо класть туда еду, пить не надо из этих пластиковых контейнеров, пищевых материалов, которые являются особенно нагревание ускоряет переход эндокринных дисрупторов непосредственно из контейнера в пищу. И в конце хочу благодарить IPEN, которые были наши соавторами,
которые работали вместе с нами, наши, и также мои академические соавторы, которые работали в Остине, Соединенных Штатах, доктор Полина Дам-де-Палу, Каролинский институт Швеции, потом доктор Хедер Петтисол, Экзас-университет в Северной Каролине США, доктор Лори Ресман, это университет Иллинойса, Урбана-Кампейн, Соединенные Штаты. И хочу благодарить вас всех за ваше время, и я буду рад ответить на ваши вопросы после того, как все выступят. Большое спасибо. Большое спасибо, Джоди Флосс. Очень интересная презентация, очень глубокая. И действительно, ваши предложения, каким образом можно, как можно, так сказать, пытаться сделать, какие меры воздействия, какие меры действия можно предпринимать для того, чтобы избегать вот этого воздействия пищевых материалов на человека. Так, потом будут вопросы после последней нашей презентации Вито Биосанте, который является техническим и политическим консультантом, который будет говорить о химикатах, пищевых материалах. Большое спасибо. Вы правильно видите? Видите, да, что это мои слайды здесь? Да, есть, это ваши слайды. Все в порядке. Большое спасибо. И большое спасибо наших предыдущих выступающих. Я Вито Авансанте, я являюсь техническим и политическим консультантом IPN. И я хотел поговорить с вами очень коротким образом мы можем соединить вот эти вот точки, определить логику развития, как можно науку соединить с политиками в конкретных будущих возможностях по определению политики, когда мы будем говорить о новом договоре по пластику. Я очень коротко хочу рассказать об IPN. IPN – это организация, это сеть организаций, которые присутствуют в более 120 стран. И вот это наши лидеры, видите, не все, правда, лидеры, которые представляют более 15 стран на уровне лидерства. И каким образом мы работаем? Мы фактически, во-первых, наша миссия, задача, то есть мы хотим, чтобы будущее было без токсичных химикатов. Это наша задача и по пластическим материалам, пластических продуктов, чтобы они отсутствовали там. И мы пытаемся главным образом привлекать общественность на глобальном уровне, на международном уровне, к частному уровню, для того, чтобы создавались специальные, уже непосредственно политические процессы и действия по борьбе с токсичными материалами. Последние исследования было проведено в 23 различных странах. Были изучены пластиковые шарики, пеллеты, которые были проанализированы, которые фактически попадали, переходили, мигрировали в окружающую среду, прежде чем они стали новыми пластиковыми продуктами. 13 различных типов полихлоринированного бифенола, PCBs, 10 бензотриазола. Вот эти PCBs, BUVs, они были запрещены. И также химикаты, которые были уже обсуждены предыдущими выступающими, такие как сам бензотриазол и так далее, стабилизаторы ультрафиолета и так далее. Это пеллеты, из которых делается окончательный продукт, который в качестве превращается в контейнер, в другие пластиковые продукты. И там они содержат большое количество химикатов, которые нас заботят. И также не включают химикаты, которые запрещены. Это говорит нам о том, что они окружающую среду нарушают, отравляют, попадают и добавляют к тем химикатам, которые уже существуют в природе. Это действительно они сорбируются, попадают, и много исследований, которые IPN провел, когда мы пытались создать новые базы данных, особенно в области на глобальном уровне в отношении того, чем занимается IPN. С точки зрения, что означает вся та информация, которую мы получаем и собираем, и становится все более очевидным, что химикаты, особенно пластики, химикаты, они являются большой проблемой. Несколько лет назад было исследование, которое показывало, что более 10 тысяч
веществ, химических веществ, которые используются в пластике, являются. И когда мы говорим о пластике мы также говорим в первую очередь о этих химикатах, которые являются единым элементом. И, возможно, мало кто понимает, что мы говорим не только о пластике, мы говорим в первую очередь о химикатах в пластике. И не все это видят. И пластик – это не более, не менее, как комплексная комбинация химикатов, и химикаты используют для производства пластика различными способами. Они не всегда заканчиваются продуктом, они являются частью процесса производства или процессы переработки, или добавки, которые мигрируют, попадают, переходят от пищевых материалов в продукты питания, ну, или и в другие виды пластика, мономеры, из которых эти вещества, химические вещества, превращаются в полимеры, которые являются основным веществом пластика, который уже делается пластик. И вместо того, чтобы думать о химикатах как что-то отличающееся от пластика, химикаты и пластик – это одно и то же. То есть комбинация химикатов, набор химикатов и еще тот факт, что эти химикаты, включая химикаты, которые нас заботят, это не пластик. Нужно в первую очередь думать об этом, нужно по-другому дать дефиницию пластика. Так как уже, как доктор Флосс говорил, биопластик также присутствует, который делается не из ископаемых топлива, тем не менее содержит химикаты, которые производятся из ископаемого топлива, они являются токсичными, являются также нашей заботой. С правовой точки зрения также интересно посмотреть. Вот видите, вот здесь видите ссылочную информацию, определение, как нужно рассматривать пластик в Европейском Союзе, в США, в Канаде, как это. Некоторые из этих дефиниций говорят нам о том, что химикаты являются основными ингредиентами пластика, но они не всегда подчеркивают тот факт, что пластик имеет, это различные типы пластика, сотни различных видов полимеров используют для производства пластика и сотни тысяч комбинаций полимеров и химикатов, которые формируют пластик. Но законодательство в основном концентрируется на форме пластика или тот факт, что материал имеет в основе своей полимер. Но пластики все разные. Теперь я хочу поговорить еще о каким образом работает регулирование химикатов этих, какие виды регулирования у нас есть на международном уровне. И мы здесь видим, что уже подчеркнута Стокгольмская конвенция. Задача – это постепенно выводить из оборота определенные химикаты в пластике, бензотриазолы, например, там, или ультрафиолет. Вот они скоро будут также зарегистрированы для глобального уничтожения. Это также очень важно. То есть также они думают о устойчивости, о перзистентности этих пластиков. Но это, конечно, это список значительно более большой, но например, химической промышленности и индустрии пластика, конечно, нашли субституты замены этим пластиком. Бисфенол МА их запретили, бисфенол А в некоторых странах запрещен. Но в результате их заменили другими бисфенолами и другими химикатами, которые также опасны. Потом Базельская конвенция говорит обычным образом проблемы устойчивых загрязняющих веществ, которые содержатся в пластике. Это Базельская конвенция. То есть нужно, конечно, это также менять. Также у нас появилось новый договор по пластику, который скоро появится у нас. Мы увидим, также была резолюция ООН, Ассамблеи по окружающей среде в марте 2022 года. Это ассамблея, которая фактически запустила переговоры, которые превратятся в новый договор по пластику. И мы видим, что мы начинаем говорить уже о здоровье в первую очередь.
И этот договор, что мы знаем об этом договоре, он должен быть обязателен к исполнению, но цели этого договора пока еще не определены, они, безусловно, еще нужны переговоры. И самое главное, что главная задача – это устойчивое производство и потребление пластика. И также они концентрируются на научном исследовании и социоэкономических оценках, которые необходимо получить, определиться и понять все элементы заинтересованные лица, как это происходит, интерфейс. Да, что мы еще думаем? Мы пока еще не знаем, что будет в договоре, но мы знаем, что нужно там иметь. Химикаты должны приниматься во внимание. И нужно понимать, что нужно концентрироваться на пластике, а не на пластиковых продуктах, потому что все пластические материалы, вещество превращаются в пластические окончательные продукты. И поэтому нужно увеличивать количество пластика, которое производится. Нужно знать, какие химикаты там присутствуют, для того, чтобы можно было контролировать их. И несмотря на то, что химикаты сами по себе не принимаются во внимание в этом договоре, в этой резолюции нет, мы не говорим о них, но тем не менее есть способы, каким образом договор должен обязательно говорить о химикатах также. И очень коротко мы сейчас пройдемся по четырем химикатам. Первое, то есть договор будет смотреть на все виды загрязнения пластиком, то есть это наше тело, химикаты в пластике и так далее. Потом второй факт, что должен быть подход цикла жизни пластика, то есть это негативное влияние пластика в течение всего цикла жизни пластика, называют производство, добыча, переработки, сжигание или, например, ископаемый материал, который превращается в химикаты также, как они попадают на мусорные полигоны и так далее. То есть тысячи существует химикатов, пластических материалов, пластических продуктов, и нужно менять, чтобы эти пластик был менее токсичен, более простые по своим химическим формам, по химическим элементам, по химикатам, из которых состоит, чтобы они были более вредны. И последнее – это, конечно, фокус на здоровье и процветание человека. И, конечно, будет очень сложно игнорировать, что вот это те знания, которые мы сейчас знаем, которые содержат информацию о вреде пластика, нужно использовать эту информацию. Есть три принципа для нового договора по пластику. Мы за это боремся. Первое, нужно понимать, пластик, он является углеродом и химикатами. Это надо понимать, и которые получаются главным образом из ископаемого топлива. Мы должны это понимать. Второй принцип. Мы должны решать результаты отрицательного влияния на здоровье, которое находится в пластике. Также, потому что, токсичный пластик и токсичные химикаты несовместимы с экономикой закрытого цикла, с циркулярной экономикой. И то, что мы должны понимать, что они несовместимы. И если вы хотите узнать больше, то мы можем продолжать работать по пластику, по химикатам, IPN продолжает работать. Наш есть веб-сайт, пожалуйста, посещайте его. Большое спасибо. Большое спасибо, Вито. Давайте теперь проведем сделаем вопросы и ответы. А каким образом вы можете, как люди могут в этом вебинаре и другие участники, как они могут участвовать и объединяться, как они могут помочь созданию этого договора по пластику? Это на национальном, локальном, национальном, супернациональном уровне. Как можно продвинуть вперед этот договор по пластику? Я думаю, что тот факт, что у нас есть договор, который сейчас обсуждается, очень скоро будет обсуждаться, это уже хороший факт. То есть это значит, что озабоченность есть, все понимают, они понимают, что пластик – это проблема. Все понимают. Это хорошо. И, конечно, надо с локального уровня начинать. И потом нужно продолжать работать совместно с региональными сообществами, с локальными, провинциальными, национальными
И для тех организаций, которые работают на интернациональном уровне, они должны продолжать оказывать влияние на людей, принимающих решения. И мы должны думать не только о мусоре, не только об отходах пластика, но мы должны шире смотреть на это, также думать о нашем здоровье и также пока еще неизвестных элементах, которые влияют на наше здоровье. И вот этот вот Food Packaging Forum, то есть форум по упаковке продуктов, который также участвует в этом процессе. И потому что мы хорошо изучили, насколько отрицательно влияет на здоровье человека этот пластик, и это должно быть озабоченностью для всего человечества. Так, еще вот один, еще прояснить хочу один момент. Видите, вот договор по пластику, он будет обязателен, сокращение производства пластика, вредного пластика, он будет обязателен. Да, это вот одна из частей. Пока мы не знаем этого в отношении пластика. Это неизвестная лакуна пока. Произойдет это, не произойдет. Поэтому, так сказать, открытое, так сказать, более поле пока еще. Многие страны откажутся, так сказать, сокращать производство, безусловно. Но одновременно многие ученые говорят, и мы это слышим, что не, если мы не будем сокращать производство пластика, будет невозможно защищать здоровье и среду, окружающую среду. Мы это понимаем, и поэтому дискуссия пока еще не началась. Поэтому эти исследования, я думаю, там будет больше исследований в ближайшие несколько лет, будут переговоры, эти будут в будущее время, будут принципиально важны, каким образом мы сформируем наше будущее, и поэтому... Все должны принимать внимание эти исследования и участвовать в них. Большое спасибо, Вито. Доктор Флоус, вы говорили о каким, как влияет на пластик вот это вот воздействие на человеческое здоровье химикатов, которые разрушают эндокринную систему. И каким образом это они ухудшают состояние человека. Эндокринные дисрапторы. Да, спасибо за этот вопрос. Мы исследовали на животных, мы знаем, что некоторые химикаты, особенно были исследования, были проведены по BPA, как раз по фталатам были проведены. Это говорит о том, что если есть повторное воздействие, то проблемы резко ухудшаются. Повторное воздействие еще хуже. Пока не исследовали на человеке, но одна из причин, почему это не было сделано, потому что у нас не было такие длительные сроки времени, когда человек подвергается воздействию BPA или фталату. И поэтому, возможно, так сказать, раньше было воздействие, не было воздействия, опять есть воздействие. Нужно, чтобы было устойчивое воздействие к BPA и фталатам для того, чтобы оцениться. Сразу, например, после рождения, в течение всей жизни. То есть вот такой информации пока нету, как это влияет. Да, и поэтому ухудшается эта проблема или нет, когда человек воздействуется. Но, конечно, человек воздействует целый набор химикатов. Это вот это смешанное воздействие, они, конечно, более вредные, чем воздействие одним химикатом. Вот это фактически ухудшает воздействие на новорожденного ребенка или еще не родившегося ребенка, вот это вот воздействие эндокринных дисрапторов. Исследования по человеку мы... Я бы сказал, скорее всего, нет. Я думаю, это новое исследование совсем. Есть люди, которые работают в основном, они работают с моделями рыб, как подопытных животных. Генетические манипуляции производятся с ними, которые изменяют генетические мутации, которые фактически генерируются этими химикатами, то есть произвести определенные мутации, которые могут восстановить, вернуть к фенотипу, который не был подвержен воздействию этим химикатам на генетическом уровне. Это проводится, это новая совершенно область исследований. И вот сейчас это делается на рыбах определенного вида, проводится исследование. То есть можно ли, так сказать, развернуть отрицательное влияние, воздействие у рожденного ребенка? Для этого нужны генетические манипуляции проводить. То есть это совершенно новая область, которая может смягчить последствия воздействия. Так. Да, то есть нужно... Да, то есть или нужно находить альтернативные химикаты, которые не будут вредны, или каким-то образом исследовать существующие.
Да, и вот, вот этот форум по упаковке. Что говорили производители пластика? Какой у них был ответ? Мы знаем, что это новая информация, она производит развиваться. И вот, то есть они, это производители, какая реакция, которая производит упаковочный материал с пластика? Хорошая, отрицательная? Что они? Да, да, есть ли ответ на это? Насколько я знаю, я не слышал, никто пока не боролся с теми, что было сказано. То есть производители не борются против этого. То есть вот эта официальная информация, которая предоставляется, она не вызывает этой отрицательной реакции производителей. То есть явного сопротивления нету. Тут очень много информации в базе данных, и все могут использовать, которые работают с химикатами, ну, с упаковочными материалами. И поэтому нужно, чтобы они исследовали это. И надеюсь, что мы можем поддержать то, что мы говорили, поддержать нашу работу для того, чтобы упаковочные материалы стали более безопасными на основе этой информации, которую мы предоставили в результате разработки этого нового инструмента. И поэтому вот это знание, оно не должно пугать людей слишком. Я думаю, что это не наше намерение. Мы не хотим пугать людей. Мы хотим, чтобы знание присутствовало, чтобы оно было в наличии. То есть я бы не сказал, что они сопротивляются. Я бы сказал, сейчас промышленники интересуются этим, но не сопротивляются. Вы будете публиковать ваш вот этот новый инструмент, то есть эти презентации, которые сейчас возникают, и следующие шаги, возможно, будут присутствовать дополнительные элементы. Может, будете давать уже непосредственный список вот этих пластиковых контейнеров, которые содержат в себе вредные вещества. Да, тут фактически два вопроса. Может быть, дальше выйти, создать еще один список в вашем инструменте. Да. Я пускай мой коллега ответит на следующий. Да, было бы, конечно, хорошо такое сделать. Я думаю, что это очень сложная задача, конечно, иметь список, полный список безопасных пластиковых контейнеров, пластиковых пищевых материалов. Сложно будет сделать такой список, потому что всегда, в любых пищевых материалах всегда есть переход на продукты питания, всегда есть миграция в пищу. Так или иначе, в ближайшее время мы не сможем создать такой список, к сожалению. Извините. Да. Не, ну вы и так сделали удивительное дело, прекрасно, очень хорошо поработали. А есть ли у нас еще вопросы? Еще один вопрос. Так, вот тут уже. То есть вот белый пластик, черный пластик, в которых мы кладем пищу. Какая разница между ними? Попробую ответить. Да, вот я нашел Джуди правильно ответить на этот вопрос, Джуди. Да, я сейчас, может, еще несколько мыслей хочу добавить. Я думаю, правильно было сказано, Джуди, что все химикаты, все пластики содержат много химикатов, и каждый пластик сам по себе является смесью различных химикатов, которые производятся, и поэтому очень сложно. Какие? Нужно сделать маркировку, какие. Белый пластик и черный пластик. Сейчас она уделяет большое внимание. Там действительно очень большой уровень контаминации, потому что материалы, которые делают темный пластик, это электронные отходы, телевизоры, такой черный пластик. И поэтому этот черный пластик, он еще более опасен, чем белый пластик, прозрачный пластик, из которого делают пищевые материалы. То есть уровень загрязнения, контаминации, как Джоди. То есть я не видел никаких исследований, которые сравнивал бы конкретно черный пластик с белым пластиком, чтобы делать какие-то заявления, делать выводы. Мы видим, что и черный, и белый пластик являются так или иначе в разной степени вредными, и структура химическая, она не связана друг с другом, она может двигаться, переходить в окружающую среду, вытекать, распространяться при контакте, миграция, переход, и белый, и черный, они, нельзя сказать даже, какой более опаснее, чем белый пластик или черный пластик. Нужно знать, какая фактически химическая формула этого пластика, и что из него мигрирует, что нет, переходит он или не переходит в окружающую среду.
Тут мы говорим о фактически, когда происходит переработка пластика, то это те материалы, которые были запрещены, они остаются после переработки пластика. Что с этим делать? Да, вот вопрос будет. А кто пытается запретить, имеется в виду механическая переработка пластика, да, то есть когда в гранулы перерабатывают, когда перемалывают ее в мелкие гранулы, да, вы об этом говорите, в этом вопрос. Хотели бы вот это задать вопрос или какой-то другой? Я не до конца понял ваш вопрос. Мы не слышим. Да. Я думаю, что они не запрещены, поэтому мы главное найти источник, найти элементы, из которых создан пластик, химикаты, из которых создается пластик, и тогда какие методологии разрушения пластика, процесс переработки, что где, может быть, нужно сжигать его, может, нужно его превращать в пеллеты, перемалывать, каким образом лучше всего от него избавляться, как с отходами работать. Я думаю, что я пытаюсь интерпретировать ваш вопрос. Но, насколько я понимаю, дело в том, что то есть мы как раз подчеркиваем наши усилия в последнее время, что переработка, особенно пищевых материалов, пищевого пластика, очень сложно. И как раз правильно было сказано, что новое исследование сейчас появляется, в котором говорится, что существует такое большое количество химикатов, некоторые даже... Они не собирались использовать их процессы производства химикатов, то есть они даже не определены еще. И их нужно также, и список должен быть, и вот наше исследование говорит, что нужно IPN, который проводил как раз исследование различные виды продуктов, товаров, которые мы изучали, по химическим элементам, например, это бромированные антиперены в игрушках, например, фактически нет контроля в отношении, что происходит с пластиком, когда перерабатывается. Куда угодно может он попасть. Переработали, а куда пойдет, что из него будет сделано дальше, никто не знает. Особенно они могут попадать, конечно, ударять по наиболее уязвимым части населения. И поэтому пластиковые материалы, которые содержат токсичные элементы, они везде присутствуют после переработки, и непонятно, что будет. И поэтому нужно убирать эти токсичные элементы. Нужно от первоначального полимера уже нужно убирать эти токсичные элементы. А как можем сделать тогда, если мы не сможем убрать их из первичного полимера, как сделать эти токсичные элементы после переработки? И, конечно, вот происходит метод субституции, замены более опасного на менее опасный вид химиката. То есть фактически производители заставляют переходить на более безопасные виды пластика. Есть ли регулирование? То есть вот будет ли это частью договора по пластику глобального? Я попробую ответить. В отношении пищевых материалов в контакте с пищей. Вот в Европе в настоящий момент существует регулирование уже есть, что производитель должен гарантировать, что пищевые материалы безопасны, что они не высвобождают химикаты на определенных уровнях в пищу, которые являются опасным для человека. То есть вот это есть. Потом безопасность, неопределенная терминология, что такое безопасность, нет такого определения. И поэтому мы не знаем, то есть сейчас продолжает существовать процесс, когда нужно сделать так, чтобы это регулирование начало работать. Принципиально важный вопрос, а с точки зрения безопасности он начал функционировать. Такие вещи, как, например, там эффект смеси, эффект низкой дозы, уровни дозы опасные, что опасные химикаты вообще не должны присутствовать в каком-либо уровне в пищевых материалах в ближайшие годы. А как вот по поводу вот альтернативки, рекомендаций других, использовать других видах пластика? Как вот это лучше сделать? То есть нужно создавать вот эти альтернативы и менять
таким образом, скажем так, то, каким образом используется пластик, то есть поведение в отношении использования материалов из пластика. С точки зрения химии, это различные влияния в отношении упаковки, не просто химикаты, здесь загрязнение пластиком, выбросы, изменение климата, парниковый эффект, все что угодно. Действительно, все в конечном итоге, это происходит миграция, переход. Каким образом из этого материала пластика переходит все в пищу. У нас действительно есть материалы, которые мы знаем, у них более низкий уровень миграции. Они, так сказать, они инерционные, они inert. И поэтому там стекло, нержавейка, керамика. А фактически это те материалы, которые не передают свои химические свойства и не передают их, потому что все химические свойства, они фиксированы, они никак не могут перейти на продукты питания. И поэтому вот как раз, если мы говорим, каким образом сократить воздействие этой химической упаковки продуктов питания, вот надо переходить, нужно не давать им просто мигрировать, переходить на продукты питания, в которых они хранятся. Да-да-да, вот еще можно вернуться к предыдущему вопросу. Мы обсуждали регулирование в Европейском Союзе и, как правило, и я бы хотел сказать, что в Соединенных Штатах большинство новых химикатов, которые появляются на рынке, сертифицируются, являются пищевыми материалами, они должны признаваться соответствующей администрации, что они безопасны по продуктам питания и медицине и лекарствам, и которые определяют безопасность этих химикатов. Да, и потом Министерство по продуктам питания и лекарствам, оно решает эти вопросы, они изучают на пищевые материалы из пластика, и они дают последнюю информацию, обратную связь, происходит, безусловно, большое количество изменений и критики в отношении того, и Food and Drug Administration работает с этим. И вот последний вопрос. Какие другие научные исследования мы знаем, какие цели политические, какие будут политики, которые будут преследовать IPN в ближайшем случае в этом отношении, в ближайшее время? Это очень хороший вопрос. Я даже не знаю, в какой степени я могу на него ответить. Но это, так сказать, это все, информация растет, объемы становятся более сложной задачей. И дело в том, что существует общее, то есть нужно что вот этот публичный ресурс, который у нас есть, и другие публичные ресурсы, которые есть, это нужно оценивать все эти химикаты, эти все материалы нужно оценивать, смотреть. Это то мероприятие, которое не приведет к более безопасному миру, потому что происходит... То есть химикаты, которые заменяют более опасные, они тоже вредные, и ничего не меняется. И поэтому, то есть отменяем один химикат на другой химикат, который мы знаем, например, не является причиной возникновения каких-то вредного воздействия на человека. То есть одно решение с регулятивной точки зрения, то есть примерно все одно и то же, но с точки зрения исследования нам нужно получать больше данных, больше информации в отношении вреда, который эти химикаты, и подчеркивает вред в общем, не без относительно к регулированию. И также вот эта система, когда это не просто отрасль, а когда граждане, ученые, большая широкая публика, законодательство, они все должны понимать, осознавать полноценно понимать, осведомленным быть о вреде этих материалов. Вот я вот так сказал. Так, я думаю, у нас заканчивается время. Есть ли последний комментарий, который вы хотели бы сделать, или мы с вами начинаем заканчивать наше мероприятие? Последние моменты, последние мысли, вопросы задать, ответить что-то на будущее. Это ваш последний шанс сказать несколько слов или все, заканчиваем. Да, вот как Линдси сказала правильно,
что мы должны объединить усилия, да, для того, чтобы решать те вопросы, которые возникают вопросы. Поэтому должны быть вопросы. И мы, и наше, и правительство, и промышленность, они все должны обсуждать эти вопросы. Мы должны, безусловно, создавать, улучшать этот инструмент, который даст возможность объединять, конечно, и правительство, и общество вместе. И при помощи этого инструмента обязательно дайте обратную связь в отношении того инструмента, который мы создали по вот этим химическим химикатам. И мы будем его совершенствовать и хотим обратную связь. Еще хочу добавить. Вот я заметил в чате, задавали вопросы, хотят слайды получить, информацию. Я готов поделиться своими слайдами, никаких проблем. Или с организатором свяжитесь, этот вебинар, или напрямую мне электронную почту. Я поделюсь своими слайдами, пришлю вам любую дополнительную информацию, которая у вас возникнет, я готов вам также прислать. Большое вам спасибо. Так, как Вито, несколько слов? Нет? Не, я бы просто хотел поблагодарить вот, команду исследователей, разработчиков. Они просто были принципиально важны и полезны. Это первый шаг для того, чтобы понять, какое количество химикатов регулируется, какие надо регулировать, приоритеты по регулированию, какой приоритет уничтожения самых вредных химикатов. Я просто надеюсь, мы будем все это больше и больше будем слышать об этом информацию. И сотрудничество в этой области принципиально важно будет, конечно. Хороший шаг вперед. Большое спасибо. И большое вам спасибо за ваши презентации, за ваши мысли, за вопросы и ответы. Мы очень вам благодарны. Потом, по мере того, как будем двигаться дальше, будем обновлять информацию по пластику и также пищевые материалы, которые содержат химикаты и так далее, потребительские, чтобы они не попадали в ту еду, которую мы едим. Большое вам спасибо, организаторы IPN, благодарят вас. Большое спасибо всем вам.